Я думаю, что, в принципе, тренд на здоровый образ жизни, на спорт, он сильно вырос за последние там, 5-10 лет уж точно. Люди все больше хотят следить за собой, хотят быть здоровыми, и поэтому бизнес, как любое общество, будет идти вслед за тенденциями. Соответственно, больше спортивных мероприятий интересных стало проводиться, справедливости ради. Я думаю, что это, в принципе, все в плюс и для людей, и для компании, и для общества в целом. Для нашей компании действительно важно дарить людям благополучие, да, и это тесно связано со спортом, со здоровьем и с тем, что мы делаем. Да, мы занимаемся массажами, в том числе, можно сказать, что это в какой-то степени пассивный спорт. Я считаю, что, в принципе, спорт для всех важен, для всех, скорее всего, нужен. Вопрос какой? Ну, я думаю, что сегодняшний спорт понравился всем его участникам.